другим темам. Аномальная жара ожидается в нескольких регионах России, в том числе и нашем. Температура выше нормы на 5-8 градусов прогнозируется в Архангельской области, Коми, Ненецком автономном округе, а также в Якутии в ближайшие дни. Воздух будет прогреваться до 25-30 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Теплая часть антициклона будет располагаться на востоке нашего региона. Высокие температуры продержатся в течение недели. Кстати, новые климатические нормы были введены в России с 1 июля. Понятие «температурная аномалия» актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет.